Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами я, Варнет, и мы продолжаем Сталкер Зона Поражения. В прошлой серии мы сходили на янтарь, но это, в принципе, ничего не дало. Нас к варвару не пускают и не пускают. Ладно, тогда идем только в одно место. На ЧС. Я не понимаю, серьезно. Найти группу Дельта. Далеко нет этой хрень. Ладно. Но у меня есть миниган с 6000 патронами. И плюс вот это, ну, нифига ничего. Поэтому отправляемся. Сначала на армейки, а потом уже на радар. Радар мы тоже зачистили, в принципе. Вот, и дальше уже Припять. Так, что у нас тут есть? У нас тут ничего нету. Поэтому смело можно отправляться в Припять. «139-й, говорит Стрелок, я в Припяти, чувствую, здесь будет жарко». «Слышим вас, Стрелок, вертолет ждет на станции, удачи». На станции? А что не тут? Ой, попрыгал, смотри. Так. Какого состояния? Да нормально, в принципе, состояние. Ты чё? Клянусь, вздумал. Да, мы же не будем брать их. Их тело поэтому. Пойдемте. А где вертики? Блин. Ну не надо. Блин. И тут и правда жарко. Ты где? Что-то вижу. Блин. Да каким образом-то? У меня такой вот вопрос. Каким образом? Да ты заколебал. Правда жарко.
нам прорываться? У меня только вот вопрос. Еще один. Ну чё ты, подходи. Так, дохуй. Я еще помню, что это был портал Гейст. Где тварь? Как это он там? Да, или нет? Может, не он, не знаю. Да уж, тут жарко. Надо, пожалуйста. Тварь. Короче, игра зависла и вылетела. Хм. Вообще не понимаю, из-за чего. Может, из-за того мода, который, типа, связан с этим модом. Я хрен знает. У меня, слушай, тут зомби. Ладно. Давайте уже вот это возьмем. Слышь? А чё такой живучий? На тихот. А выход на ЧС. Ой, ну здравствуйте, ну здравствуйте. А чё у меня... Неудобно посетить. Чё такое живучий-то, реально? Да ёб твою. Наконец-то. Так, эту госпушку же потом подберем. Привет. Ищи там. Ой, ё-мо. Сдох? Нет. Блять. Все, так-то будет лучше. Ну, здрасте. Еще где-то один. Так, лишь еще один. Чё, где ты? А, вон тут. Так. Слышь, ты где? Спрятался. Так. Так, ну там я уже не возьму. Ну-ка, может, тут что-нибудь? А с этим не знаю.
Я очень сильно расстроен. Где? А, вот ты какой засранец. Не, слушай, иди к тому. Так. Где ты, чувак? Ты где-то тут спрятался, я тебя не могу найти. Я обосрался. Это был очень большой испуг. Очень большой испуг. О, ну здравствуйте. Там еще псевдогигант ходит. Ну, нормально. Если честно. Слышишь? Блять, я не вижу его. Тварина. Алевтина. Ты тут. Смотри, все-таки аптечка заработала. Так, он. Спрятался засранец. Со всех сторон, шумает. Так. А, вижу, вижу. Всё, нету. Ну и где ты? А еще там, слушай, псевдогигант уходит. Ой, ну не надо, ну пожалуйста. Сука. Со всех сторон бегут. Лучше дайте мне вам псевдогиганта. Зайган, делись с этим красавцем. Понятно. Я так и знал, что он тут есть. Прошел, говорит, здравствуйте. Эго он начал пришел. Эго он ушел. Ну а где ты, Бюр? Слышь, скотина. Я тебя сорву и затопчу. Слышь, тварь. А вот. Тварюга, блин. Ты что, меня сейчас шмонает? Смотри, все-таки они его завалили никогда. Или нет? Да, смотри. Я же его завалил. Мутанты.
Опять, ну ё-моё. Как же я тебя ненавижу, серьезно. А мне еще 2 часа проходить. Зона поражения все-таки. Тарасина. Мне кажется. Просто помню, там был РПГ. Как ослоту. Ой. Стреляет туда, попадает меня вообще очень шикарно. Мне прям нравится. Но я к ней не пойду, что еще зачем? Мне надо только на ЧС ходить. Ты, блядь, этого с какого дома ты шмонаешь? Оттуда что ли? Я ж вроде тебя валил. Нет? Слышь, сука. Вот. Веком меня убивает там сзади. Салам алейкум. Командир, это Скрион. Весь отряд Дельта перебит. Повторяю, весь отряд Дельта перебит. Никто не уцелел. Прорываюсь к зоне эвакуации. Пиздуем отсюда. Да. Слышь? Опа. Опа. Опа, здрасте. Слышь, иди сюда. Еще где-то? Ты, блядь, с какого идешь-то? Ага. И второй. Ну, а суд весело, я так понимаю, да? Беги. Куда ты? Наконец-то. Все, сука, ты заебал. Честное слово. Ну сюда слышу. Мало ли. Так, бегать я не могу, понятно? Возьмем, осмотрим, выбросим. И там будет БТР. Я, сука, пророк. Спасибо. Блять. Застыпай. Вертолет не будет.
жрать, а то еще выброс начнется. 139-й, говорит вертушка, на подходе выброс, нужно валить срочно. Вертушка, говорит 139-й, в взлете отказано, ждите стрелка. Ой. Все нормально, ребята, я укрою... Ой, ой, музыка началась. То есть саркопаги, можете взлетать. Вертушка, говорит 139-й, взлет подтверждаю, валите оттуда. Ну, эпик, чё? Давайте оставим. Мать вашу. Пока. Валим. А, второй еще. О, все, все, потом. Ну, мы успеем. БТР. Привет. Ну что, побежали? Есть. Есть. Замечательно. 139-й, говорит стрелок, я в саркопаге, ищу выход. Стрелок, говорит 139-й, ищите выход, вертолет будет готов, вылетит по вашему сигналу. Ок. Ну, он рядом, я его помню. Я тебя не вижу. Их двое. Их несколько. Там где-то один скелет будет, но его не буду брать. Да. Спортивный гарантия, это капец. Просто капец.
ураган тоже, да? Да нет. Так, что-то есть. Да. Загадку монолита. Ну чё, 26 человек. Доктор мне там что-то сказал. До сих пор не выполнено. Ну ладно. Враг. Здрасте. Быстро высунуться. О, гаусс-пушка. О, слышишь? Ты чё это? Ладно. Ничего. Так. О, вижу, вижу. Куда они стреляют? Ох, ёб твою мать. Не обосрался, если честно. Бля, сколько там? Офигеть. Ну покажись, давай. Не, ладно. Ты сам попросил. Ладно, давайте этих сейчас. Так. Рви, я его прижал. Держу. Да ёб твою мать. До сих пор все живы, не думали. Да, их тут очень много. Ладно. Так, я почти закончил. Это было интересно. Я один где-то. Так, нету никого. Не знаю, где он?
Но у нас... А, это представитель сознания, тогда все. Смотрите, у него... У него иконка этого, как его... Ну, предателя свободы. Я тебя обыскивал. И, кстати, его нет на карте. Так. Хлеб. Больше ничего нету. Ладно. Тогда погнали туда. Ну-ка, можем же туда самому пойти? Смотри, нет. А, не, да. Да, все. Мы сами отправились. «139-й, говорит Стрелок, я почти добрался, вызывайте вертолет!» «Стрелок, говорит 139-й, вас понял, вертолет уже летит!» Вот он, блядь, ЧС. Стрелок не будет, а не будет. Ой, ну не, ну пожалуйста, ну не... Не сейчас. Сдох, сдох. Ладно. Так, вроде не шелупонь, нету. Уходите. Вроде нормально. Текстурка. Но мне патронов много, поэтому все вроде отлично. Опа. Ой. Здорово. Готово. Ты чё там? А, ему кушу высоко с пушки завалить. Здорово. Плохое сочетание. Контроллер плюс еще ЧС. Слышь? Нормально сохранился. Ты чё? Да вы говорили, что ли? Нормально так. Здорово. Серьезно, сговорились мы как-то? Где тварюга? Да блин. Да каким образом? Не надо, пожалуйста. Вот не надо, а? Еще тут дебилы там ходить. Принёшь, да? Упал? Надеюсь.
или... Я бы не пошёл. Нахер, ты же? Где ты нахрен? Встал, блин, там. На стенке. Сранец. Вонючий. А, ну здрасте. Еще, оказывается, там где... Или это ты один был? Нет. Ты не один. Салам алейкум. Есть тут этот шмяк? Всех перебили. Тупо всех убили. Может, там где-то внизу? Просто я помню, он чуть никак внизу был, что ли. Ой, ну ой, что-то есть. Или. Ну давай, ну прекрати ты. Ты засранец. Слышь ты, блин. Спасибо. Не. Ладно. Я с миниганом. И это хорошо. Пожалуйста, пожалуйста, здесь больше не будет этих дуров, которые меня заколебали, серьезно. Ох, сколько заваливших-то, а? Сори. Че, не смогли вы? А, смотри, завалили одного. Пробраться-то, погоди, что я забыл. А, да, сюда, сюда. Да, ну пока все чисто, я еще кушать хочу. Где это? Ты где? Сейчас мне это чуть будет. Слышь? Будь там сзади. Внизу, наверное, да? Внизу точно? Ну-ка. Внизу? Да, смотри, это собака внизу. Что за сранец? И главное, его хрен убью, а хотя... Слышь, ты заколебал. Наверх поднимемся и там попробуем его шмальнуть. Что за сранец здесь? Ну там внизу. Дождись, пацаны, вообще. Ушел.
что, ты что, охренел? Хвала монолиту. Так, все, теперь вами займусь, пожалуй. Все. Чё ты? Не смог, да? Так, ладно. Я... Так, все отлично, все зашибен. Ай, смотри, а, лежит все-таки, смотри, засранец. Бля, как посадить. Бля, какое состояние. Слышь, ты чё охренел? Ты охренел, что ли? Да уж. Встань давай. Все. О, ё-моё. Я так и знал. Ладно. Что он себя подорвет. А, Microsoft завалили, нифига. Сволочь. Ты где там? Я тут подорвал-то, я забыл. Себя. Ты? Вроде ты. Да, дебил. Так. Спасибо. Так, продолжаем. Что-то этот контролер ходит. Так. Останется там. Блин, куда ты идешь-то? Микрофон. Он не как с РПГ. Если с РПГ, то все смерть. Да, с РПГ. Ну,
тупом шмальнул. Слышь? Ты чё это? Ты что, не попадаешь ты, дебил? Будет очень хорошо. Так. Бро. А ты себе правда непонятно, типа, что за хрень? Эй, бля, ты куда сыпался-то? Слышь? Крадет. Монолитвиц крадется. Но он упал, к сожалению. Я и кого слышу. Кого-то не очень приятного, я так понял, да? Слышишь, еще охренел? Я же туда кинул. А, это коробка была, я думал, это снорк. Ну ладно, ладно. Не переживайте. А, не, сори, завалил одного. Или несколько. Привет. Пока. Там где-то мой вертик был. И слышишь, как он летает. По-моему, там он, да? Прекрати, пожалуйста. Спасибо. Все. RPG. Ой, блин. Слышь? А ты что, на той стороне? Погоди. А во! Слышите сюда? Каким образом сюда пришел? По-моему, тебя тут не было. А, вспомни, они же могут ходить по этому. Здесь законы гравитации не действуют. Поэтому... Бля, давай пройдется этот пипец, и мы продолжим. Отправляемся. Здравствуйте. Да, я почти близко. Ух ты. Я увижу. Читерство. А могу его так убить, интересно? Не, я могу. Хер его знает. Это просто читерство. Наверное, свой вертолет. Ну, я слышу свой вертолет. Это хорошо. Где-то сначала тоже говорил. Ты, бля, где? Слышь? Охреневший? Ой, ну не надо, прошу. Не раз, а что это генераторы тут делают? Это снорк? Он был живой или мертв? Просто я не видел. А где этот? А куда мне... А, мне туда вот надо. Вниз. Ну, ушел. Вперед.
Ой. Бля. Ты что ли? Вашу мать. Ты где? Так, минус. Тоже минус. Ну ёпта мать. Не, лучше это взять. Так будет круче. Да блять, ну выстрелю в него, ну ёбаный рот. Ладно. Блять, муц. Паркур тут, короче, будет. Еще два человека наблюдается. Ебаный паркур, серьезно. Бля. Это сейчас будет страшно. Опа, паркур выполнен. Что-то тебе чувак. Слышь? Это с какой стороны? Мать, мать, мать. Так, оставим так. С какой стороны шмалял-то, чувак? Похуй. Так. Смотри. С какой стороны он шмалял? А-а-а. Чё, один, два, а ты? Откуда это? Ну-ка, сейчас увидим свет. Вот ты где. Слышь? Так, ты чё, ну чё? Да остановись ты, микрофон, ё-моё. Всё. Смотрите, ракета. Видимо, монолит хочет построить ракету, чтобы проповедовать на Марсе монолит. РНТО, только не берите вот мой сюжет, окей? Так. 30. Прям сушка. Там уж что ли? Наверное. Кровососы, блин, фига. Спасибо, ребят. Слышь? Улетай. Куда ты молодчина просто. О, давайте, пацаны, вы сможете. Я вас не верю. Так, один остался. Он ко мне идет. Или остану. Ну все, мне 4 патрона осталось. Чё? Ну, здрасте. Здрасте, здрасте. Так. Охреневший, пидорас. Пока. Я знал, что там какая-то рука, блин. Вперед с песнями. Ну, здравствуйте. Ждем. Здесь вот этот костюм сейчас повесили. Слышь ты, сука. Ну
выиграл. Хотя зачем я подбираю патроны, если я с ними не стреляю практически? Ну, мало ли там. Этим дыханием. Нормально сохранился. Может прекратишь, а? Дай мне до моего вертика добраться. Окей. Привет. Ну где вы? Алло. Сволочь. Да. Чё? Какой же там Сидорович был? Просто силы. Мой вертолёт. Я его вижу. Здорово, пацаны, я тут. И главное, эти его не сбивают на себе. Мне просто интересно, почему. Просто бежим. Пацаны, я тут. Вон, потом. А где тут проход? То есть лестница. Дверца, погоди. Где она? Бля, ты где? А, все вижу. Да, конечно. Главное-то не надо такой пробраться. А, ну давайте подождем пока. Вот эта раскачка. Все. Вот все. Как же я люблю контролер просто шикарный. Слышь ты? Как? Я живой. Где ты, а?
Слышь, тварина. Я с тобой еще буду в клетке играть. Шикарно. Он тут окопается. Где-то вот рядом. Слышь, где? Где? Ну где ты? Вот ты. Ну, отлично. Так. Он тут стоит? Нет. Он стоит, он где-то. Так, минус. Шикарно. Шикарно. Просто, ну, конфетка. Смотри, как ты поехал за засранца. Так, лучше. А ты где? Вот так-то лучше. Слышь? Так, минус. Никогда не пугайте меня, когда я с пулеметом. Тебе не верю, слышишь? Так. Проход. Ю! Это был с ГПшкой. Блять. Да где-то проход-то, ё-моё. Можем проход? О, спасибо. Ну, лестница, не знаю. Нет, спасибо. Так, почти добрались. Раси, вы самоспокойны. Тут у вас какой-то чувак с пулеметом пришел, а вы... Ладно. Да ладно. Ой. Ладно, на другой адрес нужен. Все тут осталось еще. На этих было. Гранатометчиков, по-моему, сталь был, да? Нет, просто выхрена гранатометчиков, а они, главное, не выставлены какой-то интересный. Такой вертолет летает. Вертолет. Все? Все, чуваки, привет. Что, туда мне надо? 139-й, говорит вертушка, видим стрелка. Вертушка говорит 139-й, понял вас, ждем вас на базе. Ну, стрелок, рассказывай, что смог узнать? Долго рассказывать, ребята, доберемся до базы, там отдохну, потом отчего. Что там мне подсказывает, что я сюда еще вернусь? Карну. Я так и знал.
Ну вот. Вот, она, вот и конец первой части. Это первая часть трилогии. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И всем удачи. И всем пока.